покиньте станцию. Я повторяю, покиньте станцию. Выглядит, кстати, неплохо. Half-Life 2. Ну, тогда должен появиться G-Man такой. Мистер Фриман. Добро пожаловать. Просыпайтесь. Вас ждут великие дела. Вот такой, а? Хорошо, я запомню эту станцию. Девочка с синим рюкзачком. Чего? Nice cock making bars. Да и это тоже. Smile like a clown. Улыбайся как клоун. Белый и оранжевый. Здесь бабка в свитере красном. Здесь девчонка в белом со звездой. Пощ. Мы прибываем на площадь Оксфорд. Блэд, пометьте аномалию для сообщения. Я пометил аномалию. Помогите, пожалуйста. Вас поймал человек пустоты. Любая улыбка убивает. Мы прибываем на площадь Оксфорд. Да-да, я про кнопку... Нет, не слива, вызову лифтера. Да блять! Это не так сложно. Ничего себе у вас аномалии. Станция 1. Мы прибываем с чатом на площадь Оксфорд в третий раз. Нет, это не аномалия. Да... Блэд, ребят, опять началось. Чего? В очко иди! Следующая станция, в очко иди. Просьба покинуть вагон. Тут надо что-то замечать? Да, дорогой. Я рад, что ты заметил. Здесь надо замечать что-то странное. Автоматы не наоборот стояли. Вот мне нравится всегда, когда тебе говорят, здесь какое-то что-то, вот, возможно, изменилось. А так точно было? А стены точно белыми были? Да нормально. Автоматы так стояли, да. Или они... Подожди. Ты думаешь, они справа стояли вот здесь? Не-не-не-не. Смотрите, сейчас третья станция будет. Видимо, я забыл. Ну и сейчас посмотрим на автоматы. Я не уверен, что их поменяли. Я по-прежнему готов даже поставить чью-то попу на то, что их не меняли. Например, попу на Гилулу. Бургер, лес, кофе, женщина. Бургер не там. Да в смысле бургер не там? Разводьте меня. Нет тут аномалий, все нормально. Будто бы красный цвет говорит о том, что была аномалия, нет? Мужчина, мужчина. Блин, реально, бургер. А Пук здесь, я сомневаюсь, что геймдизайнер Пук сюда добавил. Погодите. Да ёб твою налево-то! Да, именно так я и делаю. Срущий мужик — это аномалия. Похоже на мем. Пацан был на стене? Да, слева пацан, справа мужчина. Блять, да ж... Northbound, southbound, poachers. Ой, хорошо было. Слышали? Как будто кто-то по песку. Вот это вот тен-тен-тен. Будто бы начало композиции. Вот это вот тен-тен-тен. Вот это вот тен-тен-тен, будто бы начало композиции. Dancing and crying, dancing and crying, do-do-do-do-do. Потому что я искал Дэвид Гетта, Крис Уиллис, Love is Gone. Алиса, Дэвид Гетта, Крис Уиллис, Love is Gone. Пол.
вот эта штука всегда здесь висела? Ее разве не было здесь? Показалось нам всем, может быть, показалось. Бывает такое, знаете, коллективное помешательство. Ходим с баллончиком красным по метро, с собой, и оставляем граффити. Нас посадят. Вы давно просили, вы умоляли, вы спрашивали, когда, когда станция 13, вот она. Букнау. Так, женщина. Автоматы на месте. Главное, чтобы никто не напал на нас сейчас. Погодите, а вот... Черт, на этой табличке всегда были звезды. Нам надо... Здесь есть аномалия. Она где-то должна быть. Манир. Женщина, мясо, кофе. На выход? Ты же понимаешь, если мы сейчас пойдем на выход, и окажется, что нам надо было на следующую станцию ехать, мы проиграем, начнем сезон. Ну, я, правда, ничего не вижу. Тогда идем на выход. У бабки лицо в кровище. Как может быть у бабки лицо быть в кровище, если она стоит к нам спиной? Сам ты бабка. Проверь девятку. А, да, везде 9, проверил. Таксофон серый всегда был. Always has been. Накручивайте себя, да? Ладно, все, у меня остальные яйца, я иду. Есть, ГГ! Прошли. Конец, но вы когда-нибудь забудете? Чего? В очко идите!